Всем привет! Добрался я до такой ламбины. Вот она небольшая, наверное, метров 300 в длину. Ну, с такими берегами болотистыми, травянистыми. Ну и попробую половить щуку на спиннинг. Спиннинг пока не клюет, поставил журлицу. Вот она. Вот живец бегает. Вот, представляет она себя. Вот у меня кусочек ремня, отрезанный сантиметров 10-12, и на нем капроновый шнур намотан. Ну и там поводок и тройник. Вот и вся снасть. Это птенец, потому что здесь еще большие летают, а это какой-то маленький. Перешел на другую ламбину, и тут, короче, у меня щука подходила за блесной, я ее прям видел. Такая где-то, может быть, килограмм полтора. Ламбина-то совсем мелкая, думал, щуки тут нет, думаю, может, куней. Оказывается, есть. Ух ты. Стоит прямо здесь, прямо у берега. Сейчас попробую так я. Оп, давай. Ах ты, черт. Ладно. Небольшая, килограмм, наверное. Ну, это уже интересно. Ламбинка вон, смотрите. Вообще мелкая. Опа. Опа. Азарт наберет. Ну, еще как обычно, не в самый лучший момент борода здесь. Распутывал я бороду. Смотрю. Минут 5, наверное, распутывал. Она, наверное, уже отошла куда-нибудь. Не видно уже. Опа! Взяла. Все-таки. Оторвалась. Может, другая была уже. Ставлю другую блесну. Поставил другую блесну. Там грючок побольше. И вот она опять подходила, короче. И вот в ту сторону и пошла, куда я кинул. Смотрим.
сейчас я уже и подсек, и все. Оп. Фиг его знает, что за фигня. Какая-то заговоренная щука. Больше не вот она все-таки взяла. Вот она. Я за нижнюю губу. Небольшая щучка. Килограммчик полтора. Вот она. Я ее сейчас если вытащу, я ее, наверное, и отпущу. Это она уже вялая. Опа. Опа. Ну вот, опа. Ну, кило 800, наверное. Вот такая щучка. Ладно.